Сегодня расскажу. Программа называется VideoShop. Вот VideoShop. Запускаем ее от мини-администратора. Вот здесь вот просто нажимаете install. Вот эту не надо запускать, так как она в принципе может и без ключей быть. Вот это прототипная, как я рассказывал, прототипные системы Windows или семерки или все остальное. Запускаете, отключаем антивирусник, так как может не просто потом без ключей будет уже, ну, не тот эффект будет. Делаем новый. Когда запустили, у меня полный экран. Ладно, боксим, поехали. Так, смотрим, что у нас есть. Ну, фото, видео, ну, в принципе, все. Начинаем с титров. Здесь есть простые, ну, как видите, простые, непростые, ну, в принципе, все в куче здесь, какие вам понравятся. Ну, в принципе, вот сюда перетаскиваем. Здесь сразу название шоу, ну, например, парус. Здесь, ну, не знаю, что мы можем писать. Ну ладно. Так, здесь. Здесь Вася. Ну здесь. Ну, Маша, например. Применяем. Так, берем потом, также клипы нажимаем, ну и попер. Вот так вот закидываем, который здесь, видите, сразу на появляется, что вы делаете. Это все ваши фотографии, которые будут полностью. Здесь вы можете, естественно, через микрофон заполнять. Так, потом в этих эффектов я делаю короткое видео, потому что чтобы долго не делать. Так, здесь можем сделать вот с этим вот как. Вот сюда вот так можно сделать. Посимпатичнее, что будет. Здесь можно вот так сделать на фотографию. Так, это можно сделать. Так сделать. Это можно так сделать. Здесь можете, да, каждую из них можете редактировать. Ну, можно спецэффекты. Ну, вот. Разберетесь, в принципе. Ну, отменить, добавить текст. Текст можете вот такой. Так. Ну, давайте здесь добавляем текст. Текст какой нам надо. Ну, будет он у нас Сашей, называем, будем его. Растягиваем. Вниз опускаем. Применяем. Так. Музыку. Так, переходы. Кем нам нравятся переходы? Любые, которые... На это в основном делают любители. Есть, естественно, фермы, которые делают. Ну, я имею в виду это 3D переходы, я имею в виду. Ну, здесь, в принципе, они у меня стоят по умолчанию все как надо. Так. Музыку. Музыку мы ставим любой файл, который вам или вы записали, или где-то вы его скачали. Ну, сейчас посмотрим, где-то есть у меня. Ну, я покороче поставлю примерно так. Вот, смотрим. Угу. Закрываем. Длительность, а здесь 34 слайд-шоу.
Значит, отключаем, делаем 34, смотрим 0.34. Сохраняем. Громкость эффекта, естественно, здесь ставим больше, меньше, ну, для эффекта посильнее будем. Ну, затухание, в принципе, все есть. Ага, настройки слэш проекта вашего, ну, здесь вот смотрите сами. Это ко всем, дальше ко всем. Сохраняем. Так. И также можете любое видео добавить сюда. Ну, в принципе, видео поставили, потом сюда фотографии поставили, видео, фотографию поставили. Ну, в принципе, вот так вот. Или можете с одного слайд-шоу просто сделать с фотографии одно видео можете срисовать. Ну, в принципе, все. Ну, здесь давайте напишем. Так. Пока. Применяем. Так, ну что, создаем. Да, давайте я на рабочий стол сделаю. Сохраняем проект этот. Вот. Антивирусник. Сразу видим, что нам надо. На DVD, на DVD не надо, там слишком много файлов будет. Вот. Здесь в интернете все делать. Ну, если в интернет сделать, вы сами его практически не увидите. Надо будет видеокодек другой. Ну, здесь можете сразу в других форматах. Можете, в принципе, сами разбираться. MP4, DVD-X, ну, естественно, здесь можно любой выбрать. Но самый распространенный. Делаем далее. Размер кадра сделаем. Вот у меня, например, размер вот он стоит. Конвертируем. Сохраняем опять на рабочий стол. Убираем, чтобы сохранился не один, а два. Два, потому что один есть. Ну и сохраняем. И конвертируем. Я пока ставлю на паузу. Ну вот, в принципе, видео сделано. Смотрим. Открываем. Видео созданы. Ну вот, смотрим. Ну, я надеюсь, довольно неплохо получилось. Ну да, шикарно получилось. Ну, если забыли, естественно, какой кадр. У вас кадр, говорю, где папку сохранились. Вот она вам показывает сразу все. Так, ну если вам что-то здесь не понравилось, можете поставить не вот этот формат, а вот другой формат, например. Применяем. Ну и каждую то же самое.
принципе, вот он у вас. Здесь можете вот так вот можете сделать то же самое. Ну, в принципе, все везде одно и то же можно сделать. Ну, в принципе, и все. Всем пока, до свидания. Вот эту ссылку я буду, ну, в смысле, вот эту вот программу я буду высылать вам только по ссылке, бесплатно, естественно. Юридическим лицам сразу говорю, я посылать ссылки не буду, естественно, кто мне подписан. В принципе, я в основном знаю, кто где работает. Вот, им категорически бесплатно никто не будет отправлять, и в принципе только тем людям, кто занимает, кому надо, кто-то стремится делать, кто-то хочет видео делать. Но это, в принципе, для начала, для, как бы, для новичков. Есть посерьезнее программы, у меня они есть, что можно делать, в принципе. Ну, естественно, подписывайтесь, пишите на почту, я вам сразу отправляю ссылку без вопросов. Но если не сразу, ну, там, я когда буду почту смотреть, я вам буду потом, кто просит, я буду, или в Ютубе напишите, скиньте мне ссылку, я вам на почту закину эту ссылку. Ну, естественно, я не буду, как бы, всем раздавать, так как, почему, потому что тот, который выпустил эти программы, может маленько меня поругать за то, что, как бы, это... Ну, в принципе, пока, еще раз говорю, юридическим лицам я не отправляю. Отправляю только за денежное вознаграждение, естественно. Не буду говорить, какую сумму символическую. Сами посмотрите в интернете, сколько стоит. Какие-то скидки я могу сделать. Всем пока. До свидания.